видите, даже это. Даже вот смотрите, сегодня около 11 часов был обстрел Александровской школы. Со стороны Украины прилетел боезаряд с СПГ-9. Это подтвердили сотрудники ОБСЕ, это подтвердили представители СЦКК. Вот, и я сам уезжал на место и видел. Снаряд разорвался около 15 метров от входа школы. Пострадало два окна новых стеклопакета, которые недавно были вставлены. Вот. Ну, к счастью, люди не пострадали, вот. Хотя там детвора постоянно возле двора, возле школы играется, там есть детская площадка и футбольное поле. Поэтому, слава богу, детворы на тот момент не было, но угроза там, гибели была очень велика, потому что, по словам очевидцам, там много было людей, проходили мимо школы. Поэтому сегодня мы очередной раз видим покушение на убийство украинских укрокарателей. Зная, что сейчас мы запустили учебный процесс в школе, в отремонтированной школе, вставлены все окна, запущена новая котельная и целенаправленно били по ней. Но, слава богу, не попали. А с какой стороны велся обстрел примерно? С западной стороны, со стороны Маринки, где расположены позиции ВСУ. ОБСЕ подтвердили этот факт? Этот факт при мне ОБСЕ зафиксировали. Сторону западную, не указывая, что это ВСУ, сторону западную они подтвердили. Вот. И судя по разлету осколков, это было видно, очевидно.